Небольшой пруд рядом с церковью усекновения главы Иоанна Предтечи в Калиновке сейчас занесен снегом, но очень скоро здесь начнутся приготовления к крещенским купаниям. Ожидается, что в Ленинском районе в них примут участие более 7 тысяч человек. На вопрос, как правильно подойти к этому процессу, у священнослужителей ответ простой. Правильнее всего быть в эти дни на службах. Для тех, кто работает в этом году сочельник в пятницу, то быть, соответственно, в субботу. Вот. Ну, найти возможность побывать на богослужении, потому что это самое главное и основное. А тогда уже погружение, оно будет иметь какой-то смысл духовный. Потому что без этого это, ну, такая некая практика больше телесная, конечно. На территории Ленинского района будет оборудовано 11 мест для купания. Там будут дежурить представители правоохранительных органов, МЧС и медики. Но прежде всего о своей безопасности должны позаботятся те, кто решит в этот день окунуться в ледяную прорубь. Тем более, что правил, которые необходимо соблюдать, не так уж много. Не распивать спиртные напитки, а также окунаться в состояние алкогольного опьянения. Также окунаться следует в специально оборудованных прорубях и под пристальным присмотром спасателей. Не следует находиться в холодной воде долгое время, не больше одной минуты. После купания в целях профилактики рекомендуется выпить горячий травяной чай. Рождественские купания многие воспринимают чуть ли не как лечебную процедуру. Меж тем, врачи настоятельно рекомендуют перед этим мероприятием пройти медицинский осмотр. А если у вас есть хронические заболевания, посоветоваться с эскулапами буквально жизненно необходимо. Физически неподготовленному организму не стоит этим заниматься, потому что, во-первых, погружение в холодную воду – это стресс-реакция для организма. Могут обостриться хронические заболевания, сердечный приступ может случиться, если человек неподготовленный. Да? Переохлаждение у нас способствует развитию острых респираторных заболеваний. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет крещенские купания проходят без серьезных инцидентов, поддерживают точку зрения врачей и священники. Если вы просто хотите погрузиться раз в году, то, наверное, большой пользы не будет, а может быть даже и вред какой-то для человека. Лучше, конечно, и закаляться, принимать холодный душ в течение года. Вот, зимой, может быть, ходить по снегу, и тогда это погружение, оно не будет таким стрессом для организма и будет, в общем-то, тоже достаточно полезно. И самое главное, купаться нужно только в специально оборудованных местах. С их списком можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского района. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ.